Два документа легли в основу разговора председателя правительства Сергея Катанандова с представителями карельских, вепских и финских общественных организаций. Это проект новой конституции Республики Карелия и постановление правительства Карелии по национальной политике. Проанализировав постановление, пришли к выводу, что выполнены практически все пункты. А что дальше? Опять издавать новое постановление? Поэтому так горячо доказывали участники встречи необходимость внесения поправок в проект Карельской конституции. Ибо только законом, а не постановлениями, можно защитить права человека, решить вопросы, касающиеся статуса карельского языка, признать карелов основоположниками государственности Карелии. Наше законодательное собрание не приняло ни одной поправки, предложенной карельскими, вепскими и финскими общественными организациями. Поэтому они приняли совместное решение. Просим вас, Сергей Леонидович, как высшее должностное лицо, изучив те поправки, которые мы вместе согласовали, которые мы вам сейчас передадим, выйти от вашего имени в законодательное собрание. Это еще необходимо и потому, что часть из этих поправок, по нашему мнению, требует не правового, а политического решения. Мы убеждены, что поправки не противоречат международному праву, Конституции Российской Федерации и действующему федеральному законодательству. После долгих дебатов с участием министра юстиции, ученых, председателя Комитета по национальной политике, Сергей Катанандов решил поддержать законодательную инициативу общественных организаций лишь по некоторым поправкам в проект Конституции. Об этом в следующую среду в передаче от первого лица. А в заключении, что называется, вопрос на засыпку. Если мы говорим с вами, я извините, что перебил, что у нас не хватает в наших властных структурах или власти Карел, ну почему в Калевальском районе и Волонском районе пришлых избирают? И этот вопрос задают до настоящего времени. Делаю опросы сейчас, готовимся к выборам, я не скрываю. Опять не карелы занимают первые места в рейтинге мэров. Вот что это такое? Что это за феномен? Мы говорим, что там в Пряже, в Алансе, в Калевале нужно, чтобы депутатами были карелы. Все говорим. Мы говорим с вами. А рейтинги смотрим. Вот Калевальский район. Русские мужики или там приедут. У нас теперь не только русские. Со всей земли депутатами становятся.